В МФЦ Югры появились специалисты агентства социального благополучия. Их задача – консультировать жителей региона по вопросам поддержки призванных по частичной мобилизации и их семей. В этой работе задействованы 85 специалистов. Они компетентны ответить на любые вопросы, а если нужно, снабдят справочными материалами. Такие консультационные точки появились в многофункциональных центрах в дополнение к привычным окнам, где югорчане также могут получить исчерпывающую информацию о мобилизации, порядке получения повестки, записи добровольцем или отсрочке. Такие возможности есть в 20 офисах и 41 территориально обособленном подразделении МФЦ Югры. Кроме того, вопросы можно задать на едином портале госуслуг, а также по телефону, который вы сейчас видите на экране. МФЦ в сущности является источником достоверной информации для заявителей, поскольку в настоящее время по вопросу мобилизации, помимо официальных источников и ресурсов, у нас в сети бытует и существует достаточно большое количество информации, как правдивой, так и нет. Таким образом, для заявителей имеется возможность получения корректной, достоверной, полной информации.